Бернарду Силва всегда был в тени более звездных партнеров. В Монако он помогал сверкать Мбаппе и Фалькао, в Ман-Сити трудится под сенью Де Брёйне и Холланда. Но именно этого маленького португальца многие называли и называют лучшим игроком команд, в которых он играл. Бернарду никогда не впечатлял цифрами результативности, не привлекал к себе внимание прессы, но был неотъемлемой частью больших и красивых механизмов, которые не работали бы без его участия. Усаживайтесь поудобнее, сейчас мы раскроем несколько секретов одного из самых недооцененных футболистов планеты. А перед началом видео попробуйте ответить на вопрос. Силва выиграл 5 золотых медалей в АПЛ, больше всех среди португальцев в истории. А кто на втором месте? Роналду, Нани, Карвалью. Щуплость, Бенфика, Нутелла. Бернарду Силва родился 10 августа 1994 года в столице Португалии, Лиссабоне. Он рос в обычной рабочей семье, не богатой, но и не бедной, и был младшим из трех детей. Работавший плотником отец и трудившаяся уборщицей мать изо всех сил старались обеспечить своих детей и привили им трудолюбие и любовь к спорту. «Я всегда любил футбол», — рассказывает Бернарду. «Помню, что играл во дворе у родителей или с друзьями в школе. Футбол всегда был важной частью моей жизни. Я стараюсь играть точно так же, как меня учили в детстве. Конечно, сейчас совсем другая ответственность, но даже несмотря на нее и царящий вокруг футбола ажиотаж, нужно играть с той же радостью, как в юные годы. По крайней мере, лично я стараюсь делать так». Бернарду всегда был очень активным ребенком и с юных лет увлекался различными видами спорта. Он играл в футбол, баскетбол, занимался плаванием и боевыми искусствами. Однако с раннего возраста было ясно, что его настоящей страстью был футбол. Мальчик часами играл со своими друзьями на улицах и в местных парках, мечтая однажды стать профессиональным футболистом. «Я родился в футбольной семье, в которой родители болели за разные клубы», — вспоминает Бернарду. «Все родственники мамы поддерживали Спортинг, а отца — Бенфику. Мама пыталась переманить меня на свою сторону, но я всегда болел именно за Бенфику. Моим кумиром был Руй Кошта. Помню, как, смотря матчи Фиорентины, я следил за ним и у телевизора пытался повторять приемы, которые видел в его исполнении». Кумир определил развитие футбольного стиля маленького Бернарду. Руй Кошта – один из самых умных и техничных футболистов Португалии последних десятилетий, который всегда придумывал на поле что-то неординарное и на регулярной основе удивлял и соперников, и зрителей, и одноклубников. Сам Бернарду с детства отличался теми же навыками, а еще очень здорово контролировал мяч левой ногой. «В 6-летнем возрасте меня пригласили тренироваться в детскую команду Бенфики», продолжает рассказ Силва. «Однако обучение там стоило дорого, к тому же академия находилась далеко от дома. Целый год я уговаривал родителей отпустить меня в любимый клуб, но они говорили, что я слишком маленький. На самом деле причина была не столько в возрасте Бернарду, сколько в отсутствии лишних денег. Но на 7-й день рождения мальчик получил от родителей открытку с подписью: «С днем рождения, ты едешь играть в Бенфику». Все расходы взял на себя дедушка будущей звезды, который всю жизнь поддерживал Спортинг. До сих пор Силва отмечает важнейшую роль семьи в своем успехе. «Мой секрет – база, которую обеспечили мне родители. Они не единственные учили меня футболу, но именно благодаря им я стал более дисциплинированным. Они каждый день были со мной. Это очень важный фактор для моих футбольных успехов». Так Бернарду попал в академию любимого клуба, где сразу зарекомендовал себя не только как талантливого, но и прилежного и трудолюбивого игрока. Хотя в Бенфику Силва попал в последний момент. Вот что рассказывает одна из первых тренеров Бернарду, Елена Кошта. «Процесс отбора мальчиков занял 2 недели, и тот день был последним. Мы думали, что больше уже никого не найдем. Но вдруг увидели на поле маленького ребенка с длинными волосами, который делал финты левой ногой. В нем невозможно было не заметить природный талант. Это то, с чем он родился». Партнеры по детским командам дали Бернарду прозвище «Голова» из-за ее большого по отношению к тщедушному телу размера. А еще потому, что парень, несмотря на маленький рост, как мог старался прибавить в этом компоненте, так как партнеры в шутку иногда доставляли ему мяч верхом. Но в первые годы к жизни спортсмена Силва привыкал с трудом. В академию он пришел с небольшим животом. Как признавался позже, тогда он обожал шоколад и нутеллу с блинчиками. Но после поступления в академию потребление любимых сладостей пришлось резко сократить. Несмотря на то, что в командах Силва всегда был самым низкорослым и щуплым, он стремительно прогрессировал и проскакивал одну за другой ступени академии. Здесь помогали талант, особую любовь к футболу, которую отмечали все тренеры, и страсть, с которой он относился к игре. Рассказывает Елена Кошта. «Он был очень ранимым ребенком. Его жутко задевали любые поражения,
даже если он в них совершенно не был виноват. Бернарду выговаривал партнерам, пару раз даже порывался пнуть сверстников. За первую команду Бенфики Силва сыграл всего один матч, хотя считался одним из самых талантливых игроков Академии. Причина – тренер Жорж Жезус, который не видел причин переводить юниора в первую команду. Его стилю игры тот не подходил. Так в 16 лет Бернарду впервые задумался об уходе, но его удержал Фернандо Шалана, легенда Бенфики, который работал Силвой в Академии. Слово Бернарду. «Однажды он отвел меня в сторону и сказал: «Послушай, твой тренер ничего не понимает в футболе. Ты один из лучших игроков здесь, и поверь, что однажды будешь играть большую роль для команды». Это был самый важный разговор в моей жизни. Шалана называл меня Мессизиньо из-за маленького роста и хорошей техники. Конечно, мой талант не сравним с гением Месси, но это дало мне уверенности. Этот импульс помог мне начать взбираться по карьерной лестнице и попасть в дубль Бенфики. Вскоре Силва с Бенфикой взял молодежный чемпионат Португалии и получил награду в номинации «Прорыв года». В следующем году стал полноценным чемпионом страны, но весь сезон просидел на скамейке. Тогда 19-летний Бернарду понял, любимый клуб придется покинуть. Тут и подвернулся Монако, который решил взять молодого полузащитника в аренду. Роль тут сыграло то, что тренировал команду португалец Леонардо Жардим, приметивший Силву еще на молодежном уровне. Элче, Мбаппе, признание. Летом 2014 года Силва перебрался в Монако. Его приезд не вызвал ровным счетом никакого ажиотажа. На стадионе во время презентации были только друзья и родственники Бернарду, плюс сотрудники клуба. Зато с первых же тренировок он впечатлил партнеров по команде. Жоао Маутиньо тогда говорил: «О нем пока мало кто знает, но у меня есть ощущение, что с нами тренируется будущая суперзвезда. Бернарду Силва способен достичь уровня Роналду, Месси и Пеле». Не сказать, что полузащитник сходу ворвался в стартовый состав. Впервые в основе вышел в конце сентября, а первый гол оформил и вовсе лишь в декабре. Но Жардим был дико доволен прогрессом соотечественника. Бернарду точно не был зверем в штрафной, не перегрызал в одиночку центр поля и не показывал никакой удивительной статистики. Зато не по годам зрело читал игру и направлял атаки Монако. Монегаски того периода играли по схеме 4-4-2 и делали ставку на контратаки и вертикальные передачи. Силва в эту модель вписался роскошно. Номинально он выходил на правом фланге полузащиты, но де-факто действовал по всему полю, принимая мяч в правильных зонах, быстро разворачиваясь и своевременно расставаясь с мячом. Пасы Бернарду на фланге, подключающимся к крайним защитникам, вообще стали одной из главных ударных сил Монако, которая в том же стиле через несколько лет обойдет ПСЖ в чемпионской гонке Лиги 1 и влюбит в себя всех, кто смотрел тот розыгрыш Лиги чемпионов. В команде Силву называли «жвачкой» за то, что мяч буквально прилипал к его ногам. За счет техники и понимания игры Бернарду стягивал на себя целый ряд соперников и в нужный момент пасовал партнеру в свободную зону. Простая, но эффективная механика игры раскрывала всех, кто играл с ним в одной команде. Так что спустя полгода аренды Монако оформил выкуп Бернарду у Бенфики за 16 миллионов евро. И это было гениальным вложением. Спустя пару сезонов на его перепродаже клуб заработает уже 50 миллионов. «Было тяжело покидать Бенфику», — вспоминает Силва. «Я ведь никогда до этого не выезжал за пределы Лиссабона на долгий срок. Немногие думали, что 19-летний парень из второго португальского дивизиона будет получать игровое время в Монако, богатом клубе, который только что стал вторым в чемпионате Франции. Однако переезд оказался лучшим решением в моей карьере. Мне повезло играть с португальскими игроками Рикардо Карвалью и Жоао Маутиньо под руководством португальского тренера Леонардо Жардима. Я ворвался в состав команды, и через 3 года мы добрались до полуфинала Лиги чемпионов, а также выиграли чемпионат. Мы знали, что ПСЖ сильнее нас, но были слишком молоды, чтобы их бояться». Лига чемпионов 2016-17 стала витриной для Монако. За следующие несколько трансферных окон, заработавшего более 550 миллионов евро на продаже своих звезд. Большая часть внимания была прикована к юноше под 29-м номером и фамилией Мбаппе на спине, уничтожавшим ворота Гранда в плей-офф. Но именно Бернарду многие, в том числе одноклубник Фабиньо, называли самым важным игроком Монако. Пусть он в том легендарном розыгрыше забил всего 3 гола и сделал 1 ассист. «Я никогда не забуду матч против Манчестер-Сити на Этихаде в 2017-м», рассказывал позже Силва. «В том сумасшедшем матче мы проиграли 3-5, а в туннеле после игры мне пожал руку Хосеп Гвардиола. Мы перекинулись парой слов, он похвалил мою игру. Это было невероятно, потому что меня всегда восхищал креативный футбол, который он ставил своим командам». Забавно, что в конце сезона поползли слухи о продаже всех молодых игроков Монако.
Вместе с друзьями Бенджамином Минди и Килианом Мбаппе меня отправляли то в Манчестер Сити, то в Челси, то в ПСЖ. Каждый день мы смеялись над этим в WhatsApp, а Минди посылал нам свои отфотошопленные фото футболки Реала. Но вскоре шутки стали реальностью. Мбаппе и правда отправился в ПСЖ, а Силва вместе с Минди перебрался в Манчестер Сити. Так началась главная страница его футбольной карьеры. Пеп, тактика, титулы. «Я первым перешел в другой клуб», — вспоминает Бернарду. «Для меня не было лучшего места для продолжения карьеры, чем Манчестер Сити. О Гвардиоле уже написано множество текстов, но большинство людей по-прежнему не до конца осознают его внимание к мельчайшим деталям. Он идеальный тренер для всех, кто болен футболом. В день перехода я предложил друзьям из Монако присоединиться к моему новому клубу». Минди ответил: «Парень, я тоже захотел перейти». И через 2 месяца стал игроком Сити и сразу же прослыл главным шутником в команде. Ну а Килиан с детства болел за ПСЖ, так что я изначально думал, что он переедет в Париж. Переход устроил легендарный португальский агент Жорже Мендеш, незадолго до этого взявший карьеру Бернарду в свои руки. И трансфер в Сити был и правда идеальным решением для Силвы, футболиста, старавшегося изучить футбол вдоль и поперек, а также стремящегося без конца учиться чему-то новому. Силва не только яркий дриблер и голеадор, он еще и по-настоящему трудолюбивый игрок. Он не ленится отрабатывать в обороне, поэтому мой выбор пал именно на него, говорил после трансфера Гвардиола. Футболист отвечал взаимностью. «Работа с таким тренером – это исполнение мечты. Уверен, он поможет раскрыть мне свои лучшие качества на 100%. Как и большинству новичков-горожан, Бернарду потребовалось время на адаптацию. Плюс в нем видели преемника Давида Сильвы, но ветеран еще несколько сезонов показывал мощный уровень игры. Так что не удивляйтесь, что в первом сезоне Силва забил всего 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Но вот уже в следующем розыгрыше, когда испанец Сильва выбыл из-за травмы, Бернарду идеально заместил его, став одним из лидеров команды. Как и всегда, статистикой португалец не блистал. Зато все эксперты отмечали невероятную пользу, которую он приносил команде. Конкретный пример – вписывание в систему Манчестер Сити Рияда Мареза, который пришел в команду спустя год после Бернарду. Гвардиола тогда как раз отказался от классических вингеров в пользу вингеров инвертированных, то есть тех, кто смещается в центр с мячом под рабочей ногой. Проблемой на правом фланге стало создание ширины. Морес постоянно уходил в центр, а Кайл Уокер не так часто подключался к атакам, в основном занимаясь подстраховкой. И вот тут на выручку пришел Бернарду с его пониманием зон и тайминга. Силва идеально выбирает момент, когда нужно расширить атаку, и вовремя уходит из центра на фланг. Этот же прием помогал перегружать фланг, один из любимых приемов Гвардиолы. Дриблинг, качественные рывки, великолепная комбинационная игра. Разносторонность Силвы подарила Сити и лично Пепу целую кучу вариантов того, как можно разнообразить игру и сделать ее максимально непредсказуемой. И это лишь один пример пользы Бернарду. Гвардиола говорил про него: «Бернарду был лучшим игроком лиги, когда мы набрали 98 очков. У него особенный талант, он может делать на поле все, что захочет. В защите, атаке, неважно. Он способен буквально на все». Так что не удивляйтесь, что только в этом сезоне Силва исполнял более 20 разных ролей в 10 схемах, которые использовал Ман-Сити. Португалец выходил на всех позициях в атаке, в том числе в центре, в полузащите и даже на краю обороны. Вы знаете еще хоть одного игрока такого уровня со схожей многопрофильностью? «У меня есть способность быстро принимать правильные решения на поле», — раскрывает свой секрет Силва. «Когда я играю, то всегда пытаюсь принять самое умное решение. Бросить все силы вперед или же отыграть мяч назад? Ускорить или замедлить темп? На все эти вопросы я стараюсь найти верный ответ». Особый пример многофункциональности Бернарду – его игра в этом сезоне на позиции левого защитника. Летом Александр Зинченко перешел из Сити в Арсенал. Кстати, смотрите на нашем канале видео с разбором игры украинца. И горожанам потребовался человек, способный исполнить важную для Гвардиолы роль ложного фулбека. Обычно под это Пеп определял защитника с хорошим пасом. Но тут пошел от обратного. Слово Бернарду. «Помню, перед матчем с Астон Виллой Пеп Гвардиола вызвал меня к себе в офис и сказал: „Хочу поставить тебя на место крайнего защитника. Ты готов?“ Я сказал, что сделаю все возможное. Я знал, что в защите мне будет сложно, я ведь не быстрый и не сильный. Потому должен особо тщательно следить за тем, что происходит у меня за спиной, и параллельно держать линию офсайда. Я не ожидал, что тренер попросит меня сыграть там, но я увидел в этом большой вызов, и мне нравится быть на тех позициях, на которых ты учишься». Манчестер Сити обыграл Астон Виллу со счетом 3-1, а Бернарду также уверенно провел матч на позиции защитника в ключевой игре сезона против Арсенала.
Ну а в Лиге чемпионов параллельно Силва оформил 1+1 в четвертьфинале с Баварией, а затем оформил дубль ворота Реала в полуфинале, выйдя на позиции правого вингера. Просто чудо, а не футболист. «Я уже не тот игрок, каким был 9-10 лет назад», — признается Бернарду. «В Сити, играя на разных позициях, вы понимаете, что вам нужно делать на разных участках поля, исходя из того, что от вас требуется. Все дело в Гвардиоле. С ним я работаю дольше, чем с любым другим тренером. Он по-настоящему особенный. Он определенным образом видит футбол, но в некотором плане всегда меняется. Он всегда думает об изменениях. Выиграв 3 трофея за сезон, легко просто продолжить играть так же в следующем сезоне. Но нет, он всегда что-то меняет. Мы развиваем наш стиль, чтобы соперники не могли его прочитать. Он всегда меняется, следовательно, игроки всегда учатся и мотивированы. Пепу удалось полностью изменить мое понимание футбола. Пожалуй, в этом и есть секрет того, почему Гвардиола и Силва нашли друг друга. Пеп получил футболиста, который без конца хочет учиться и понимает футбол так хорошо, что полезен на любой позиции. Бернарду же попал к лучшему из возможных учителей, который постоянно открывает ему новые грани игры. Притом учится он не только у тренера, но и у партнеров. «Я люблю обсуждать тактику с Рубеном Диашем», — признается португалец. «Он хорошо понимает атакующие моменты. Меня же интересует оборонительная сторона игры. Потому нам интересно общаться между собой. Я многому у него научился». Бернарду – уникальный футболист, которых в Европе единицы. Андрес Иньеста тоже никогда не впечатлял цифрами голов и результативных передач, но по праву считается одним из лучших футболистов в истории футбола. Силва чем-то напоминает великого испанца, но признается, такие, как он, обычно остаются в тени. «Конечно, я бы хотел выиграть золотой мяч, но сейчас эту награду получают футболисты, забивающие много и в решающие моменты. Я больше коллективный игрок. Признаюсь, было странно увидеть свое имя в списке наряду с лучшими игроками, такими как Месси и Роналду». Этим летом Бернарду Силва встанет перед выбором – остаться в Манчестер-Сити или перебраться в Барселону, которая активно заманивала его еще прошлым летом. «Наш герой никогда не скрывал, что мечтает поиграть в Ла Лиге, так что в случае победы в Лиге чемпионов вполне вероятно, что он решится на смену прописки. Гвардиоле, конечно же, будет жаль терять такой бриллиант, но Пеп относится к своим футболистам не как к частям механизма или финансовым активам. Я никогда не забуду, как мы выиграли вторую премьер-лигу, набрав 98 очков. Тогда Бернарду был лучшим игроком в Англии. Если в конце концов он захочет и решит уйти, я скажу лишь одно. Его новый клуб получит одного из лучших игроков в мире. Все, чего я хочу, чтобы Бернарду был счастлив. Неважно, тут или в другом месте. Этот парень заслуживает самого лучшего».